Сейчас в Крыму продают 24-ю «Волгу» за 3 миллиона рублей. Казалось бы, что в ней может быть необычного? Ведь это самая обыкновенная «Волга», коих даже сейчас очень много. Но не спешите делать свои выводы, ведь стоимость в принципе оправдана. Только с виду это гражданская «Волга». На самом деле это эксклюзив времен СССР. Та самая легендарная ГАЗ-2434 «Волга КГБ» или в простонародье «догонялка». Внешне машину практически не отличить от обычной 24-й «Волги», но при детальном осмотре спецавтомобиль все же выдает себя. Каждая машина собиралась в специализированном цеху Горьковского автомобильного завода под тщательным контролем и индивидуальному техзаданию заказчика. По некоторым данным, с периода 1985 по 1993 год было собрано 250 моделей. Мнение о том, что догонялки были исключительно черного цвета, ошибочное. Ведь существовали они под видом автомобиля скорой помощи, милиции и такси, как и в данном случае. Ведь это позволяло «Волге КГБ» оставаться незамеченной. Но на то она и догонялка. Под капотом V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 5,5 литров, мощностью 195 лошадиных сил. В сочетании с автоматической коробкой передач. Многие скажут, ведь на фотографиях три педали и механическая коробка. Вы правы, конструкторы в этом плане все предусмотрели, чтобы машина даже в салоне выглядела обыкновенной. К примеру, педали тормоза и сцепления были спаренные, а ручка КПП – обыкновенный антураж. Но еще нужно отметить и другие отличия, например, гидроусилитель руля, а также усиленная подвеска и тумблеры, которые установлены в печке. Важная особенность – двойное зеркало заднего вида. Были также и другие отличия, например, открывание багажника из салона, оригинальная крышка багажника и дополнительный бензобак. Максимальная скорость каждой «Волги КГБ» была 180-190 км в час. Это позволяло догнать любой гражданский автомобиль. Найти сейчас догонялку в оригинальном состоянии – большая удача, так что цена в принципе оправдана, несмотря на большой пробег и дефекты по кузову. Знаю, что про эту машину ходили легенды, и многие мечтали в будущем купить именно черную «Волгу КГБ». С удовольствием бы почитал ваше мнение. А вам приходилось когда-либо видеть вживую такую машину? На этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!